Всем привет, друзья! Мы продолжаем с вами работать на карте Encrik. Вот. И у нас сегодня 2 декабря. Team 39. Я приехал снова в Encrik. В общем, переждал я октябрь и ноябрь и приехал аж в декабре. Посмотреть на зиму и уехать. Но на самом деле все не так. На самом деле, друзья, все намного интереснее. У нас с вами созрел Силос. Ферментация 100%. Как вам? Ферментация силоса у нас 100%. И это отлично. Так как сегодня мы будем продавать силос. Я, правда, еще не смотрел, что по цене. Но пока что падает цена. Ну, может, через минут 20 цена опять будет выше. Вот. В общем, посмотрим. Давайте пока вам покажу мое хозяйство. Вот. В общем, вы спросите, где вся техника? А техника вот она. Вот здесь я поставил погрузчик, наш грузовик, комбайн и там еще один погрузчик. Вот. На улице сейчас минус 5 градусов, друзья. Обещает дождь, то есть снег обещают. Вот трактора все, понятное дело, под навесом. Как же иначе, друзья? Вот, все под навесом, и я так. Даже приоделся, смотрите. Даже одел вот такую куртку. Я, конечно, могу и такую одеть, но мне жарко. Вот такая вот, я думаю, пойдет. Вот как раз такая куртка, минус 5, нифиг делать. Какую бензопилу. Вот. И вы спросите, где грузовик и ропа. Вот. Свеклоуборщик комбайн. Да вот, друзья. Вот он. Наш грузовик МАН. И там грузовик ропа. Вот. В общем, созвонился я с хозяевом данной фермы, которую он, видите, продает. Вот, спросил у него разрешение, можно ли мне поставить технику сюда. Он говорит, да, конечно, можно, ставь. Вот, пригоняя, ставь, ну и вот поставил. Вот МАН, там ропа, и вот здесь у нас, друзья, прицеп. Собственно говоря, силос мы будем продавать сегодня на МАНе. Вот наш прицеп. В общем, друзья, предлагаю сейчас завести, так скажем, наш грузовик. Вот. И пока он будет греться, подождать еще буквально минут 15 и посмотреть, что у нас будет по ценам. Все, я пока что погрею здесь. Включу сейчас печку и буду радоваться жизни. Так, ну что могу сказать? 8.03. Цена, как вы видите, самая дорогая на перекупщике животных. Вот, и она падает вниз, что ли. Ну, давайте, наверное, продавать силос, что ли. Или подождать еще чуток. Как считаете? Уже вот солнце появилось. Так, я думаю, давайте мы пока что выйдем с вами. Так, сейчас выйдем, подцепимся. Так, как мне только сюда зарулить? Так, ну давайте смотреть. Thank you.
отлично. Подцепились кое-как. Ну и давайте теперь выезжать. Выезжать, так, чтобы ничего не задеть, но все же задели мы. Знак. Так, ну я думаю, ничего страшного. Вот, я думаю, ничего страшного, что мы задели знак. Это такое. Вот если мы в дом куда-то въехали, да, или в ангар, в амбар, тогда была бы уже проблема. Красиво. Видите, уже снег тут поубирали, да, на дороге. Вот. Ну как поубирали? Почистили. Вот. Конечно, видите, в некоторых местах вообще замело, да? Так, все понятно. Вот, я думаю, мы подождем с вами где-то 10 часов утра. Вот, я пока съезжу к Димке, попью кофе дальше, точнее, допью. Так, никого. Все, можно ехать. Кстати, друзья, я купил же еще не купил, а взял в аренду вот такую конвейерную ленту. Вот за которую мы сейчас и поедем на тракторе. Вот, печечка я у себя более-менее уже натопил. Уже тепленько, уже даже жарко в куртке. Курсплей, в принципе, да. В принципе, курсплей нам пока что не нужен. Я думаю, где-то здесь мы, да, пока поставим наш грузовик. Так, пока давайте мы съездим за конвейерной лентой. Подготовимся, так скажем. Так, ну поехали. Чтобы вы понимали, это снег еще, так сказать, небольшой. Вот буквально в соседнем селе такой снег выпал. Просто капец. Вот это пока что цветочки, не снег. Так. Но зато красиво. Так, я думаю, курсплей надо отсюда убрать. Да, зима все же красивая. Вот, красивая, но холодная. Так, ладно, друзья, сейчас мы тащим конвейерную ленту, как-то пытаемся загрузить в нее стилус. Thank you.
вот она, да? Как она вообще-то не цепляется, я уже. Так, а как она цепляется? Она же отдельно, да, идет? Вы хотите сказать, что вот так я должен? Не, наверное, каждую конвейерную ленту по отдельности, да? Сначала вот эту туда притащить, а потом туда. Я так полагаю. Или попробовать подцепить вот так. Как вариант. Вот, я просто ни разу здесь, так сказать, ну как ни разу, я пользовался конвейерными лентами, но... Так, хорошо, значит по отдельности будем возить. Значит, будем возить по отдельности. Итак, я уже везу вторую конвейерную ленту. В общем, сейчас будем пробовать. Вот, сейчас ее разложим, попробуем, как она себя ведет, эта конвейерная лента. На часах уже почти 10 часов. Вот, а цена так и не поднялась. Вот, как была 200, так и осталась. Вот, ну, хорошо, будем продавать. Значит, будем, друзья, продавать. Так, окей, я где-то здесь отцеплю. Это все дело. Ну и давайте посмотрим. Так. Как там? И как должно быть? Или должна быть еще одна какая-то часть, а? Походу должна быть еще какая-то одна часть. Так, а я тут вообще конвейерную ленту, ту конвейерную ленту взял в аренду. Вот, наверное, нет. Наверное, надо было вот эту брать в аренду, которая 1000 стоит. А это все же немножко не та, да? Так, ну хорошо, давайте возьмем. Ремневая система. От вот этой, значит, отказываемся и едем за той, которая нам нужна. Так, надеюсь, что это уже тот конвейер. Вот, потому что... Да. Так, немножко занесло. Так, хорошо, давайте смотреть.
Давайте пробовать, давайте смотреть. Да, это, походу, тот, что нам нужен. Да, вот это нужно нам конвейер. Открываем. Так, еще скажите, что он не грузит тимус, это будет тогда вообще. Так, а может нужно подцепить его с той стороны? Не погодите, или отцепить? Отцепить, залезть в этот. Вот, вот так. Потом залезть в этот. Во! Так, друзья, ну что ж, подъезжаем. Вот, начинаем работу, как говорится. Ну вот, друзья, смотрите. Круто. Так, что у нас по цене? Самая дорогая цена у нас на перекупщике животных. Так, друзья, может потом мы даже и выкупим вот эти, вот этот вот перегрузчик. Красота. Давайте мы этот трактор еще уберем. Так, куда-то сюда его поставим.
Так, а я хотел переключиться на погрузчика. Так, секунду. Так, друзья, поступил срочный звонок. Так, а мы продолжаем. Тем временем у нас уже почти 40 тонн. И наша чудо-техника работает, друзья. Мы почти забрали весь силос. Представляете? Забить полную силосную яму. И вот так мотаться. Да вы что, друзья, это ж будет просто. Вот они, наши деньги. Вот они. Нет, что я не могу? Не могу на него. Что я не могу на скриншот? Ну это же, друзья, прекрасно. Просто прекрасно. Так, оставим угол 50 градусов. Так, а мне интересно просто, сколько там вместимость. Да ну, 60 тонн, что ли? Друзья, представьте себе, это просто, просто офигеть. Так. Продаем на перекупщик животных. Да, перекупщик животных у нас вот он. Хорошо, все. Ну да, друзья, 60 тонн, поехали. Друзья, ну вы себе можете представить, какие сейчас будут деньги? Вот, это же сейчас просто будут. Да, даже представить не могу. Вот. 59 тонн. Так, ну что ж, поехали, друзья, поехали работать. Вот, я думаю, мы даже полностью забьем силосную яму. На биогазе. Конечно, да. Круто, друзья, что сказать? Круто. Так, отлично. Все, везем наши деньги. Так, ну что, друзья, с Богом, как говорится. Посмотрим, сколько мы получим. Сейчас так, чтобы ровно стать, чтобы все по-человеческому было. Так, ну, друзья, смотрим. Двадцать две тысячи, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 11 тысяч. Ну, нормально, друзья. Я думаю, это вполне нормальная цена. Вот, как раз 11 тысяч мы с вами и получили за 60 тонн, да? Так, ну, хорошо. Ух ты ж!
Слава богу, друзья, здесь не глубоко. Эту машину, наверное, нельзя было сбросить, да? Нет, сбросить можно ее. Да, как хорошо, что здесь не глубоко. Так, хорошо, поехали дальше. Вот, так, цена упала? Нет, цена пока что не упала. Друзья, ну это ж просто прекрасно. Скажите. Вот. Естественно, если сравнивать 15-м фермер-симулятором, там US вообще на вес золота, да, то здесь, так сказать, не на вес золота, но... Так, отлично, я думаю, мы сейчас весь его заберем. 87 тонн у нас остается с вами. Друзья, ну слушайте, вот так взять большой лук, так скажем, да? Вот так купить 71-е поле за 500 000. И работать на нем, друзья, удобрять, о нем заботиться, и можно реально получить много денег. И я думаю, мы это и сделаем. Вот, также, друзья, у нас есть уже почти, ну, видите, да? Я купил, так сказать, этим тюк. Ну, не купил тюк, а взял с нашего амбара. Ангара, амбара. Кстати, что там у животинушек? Вода. Вода зареденела. Давайте мы нальем водички, пока у нас там грузится. Так, хорошо. Не, слушайте, конвейерная лента реальная вещь. Вот так вот поставил, и деньги себе получаешь. Так, друзья, у меня уже загорелось желание побыстрее, так скажем, заработать денег. Вот. Но у нас, друзья, с вами 30 тысяч, как-никак, хорошо. Вот. Я думаю, буду побольше работать за кадром, так скажем. Так, а воды? Как вам загрузить воды? Так, вода. Все, вода им больше не требуется. Да, все. Так, я думаю, мы даже больше овец можем потом прикупить, когда весь силу продадим. Вот. И давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас, видите, шерсть. Вот здесь у нас шерсть. И стоит шерсть у нас сейчас... Я не верю. Так, где самая большая цена? В феврале. Вот в феврале мы с вами шерсть и будем продавать. Ну, пока что можно, наверное, ставить трактор на место. Так, я так понимаю, у нас там уже полный. Вот, ибо полный ман, ибо у нас закончилась силосная яма. Так, здесь еще у нас 55 тонн, хорошо.
когда поближе надо немножко подъехать. Так, окей, это мы сейчас поправим. Вот все же зря я малый трактор забрал. Так, давайте мы сейчас поправим немножко нашу силу с на эту. Застряла, я так полагаю, да? Сейчас мы подправим немножко. Так, ну что, друзья, я этим весьма интересным и прибыльным делом буду заниматься, так сказать, за кадром. Так, это у нас снег, да? Так, давайте мы немножко, так сказать, подтащим вот это вот все дело сюда. Поближе. Так, ну что, друзья, я буду на этом прощаться, займусь я этим интересным и прибыльным делом, я думаю, в следующей серии, то есть за кадром, вот, а встретимся мы с вами уже в феврале, когда будем продавать 6. Так, окей, только давайте мы вот так это сейчас сделаем. Все, работаем. Так, а у нас что тут произошло?
Так, а когда ты цепишь, можно ли мне узнать? Так, ладно, друзья. На этом я буду с вами заканчивать. Всем огромное спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. Все, всем удачи и всем пока.